Обращение граждан – своеобразная оценка работы служб и ведомств, а также результат разъяснительной работы с населением. В общем, по району отмечается снижение жалоб. Незначительно, но это тоже показатель. Людмила Яцко, начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц, начала свой доклад с приятного – с тех направлений, где отмечается положительная динамика. В частности, снизилось количество коллективных жалоб, в том числе через вышестоящие госорганы, количество повторных обращений. Правда, основными вопросами по-прежнему остаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства, жилья, приватизации, социального обеспечения, землеустройства, торговли и услуг. Достигнуть снижения обращений позволили проводимая работа и ряд принятых дополнительных мер. Это и встречи информационных групп с трудовыми коллективами, выездные приемы, горячие линии в районной газете и на телевидении. Открытость районной власти перед мазырянами подтверждается и субботними прямыми телефонными линиями. Усилить свою работу необходимо сельским исполнительным комитетам. По некоторым из них отмечается рост обращений граждан. Это Козинский, Прутковский, Михалковский сельсоветы. Председатель райисполкома Евгений Адаменко напомнил всем присутствующим об ответственности за недолжное соблюдение своих обязанностей и призвал руководителей уделить должное внимание работе с населением, не быть голословными в своих обещаниях, а где-то и работать на опережение. Илона Шавловская, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».